одном волшебном лесу, в одной волшебной деревне, жил волшебный бобер Джерри. А еще там жил злой, черный бобер Тьма. Ох, какой я злой и вредный, и злодей-злодей! Тьма был вредным. Он хотел разрушить жилище бобров. Но Тьма всегда проигрывала Джерри. И от злости снова и снова нападал по ночам на дома бобров. А Джерри был умным. В одну ночь он решил не спать и придумал хитроумную ловушку. Идея! С помощью своей магии он создал невидимую сеть и обмотал себя ею. И когда Тьма напал на него, то тоже запутался в сети. Тогда Джерри сказал: Тьма, думай в следующий раз, с кем ты связался. Ну отпусти меня, я больше не буду вредничать. Я пойду в школу дровосеков, чтобы строить дома. А ты хотя бы знаешь, что такое плотина? Нет, не знаю. Не знаешь? Тогда давай будем дружить. Я объясню, что такое плотина, и мы будем ее вместе строить. А давай. Тогда в этой деревне наступил мир, а на ее месте вырос настоящий, красивый городок.